Людмиле Синявской 77 лет, 5 из которых она живет в геронтологическом центре «Забота». Попала Людмила Ивановна сюда как раз с началом ремонта. И вот спустя несколько лет новое отделение гериатрии открывает двери. В центре некогда скучать. Тут она нашла много друзей, занимается арт-терапией, помогает в уходе за лежачими больными и работает на кухне. Я привыкла здесь. Для меня это, честно скажу, как родной дом. Потому что, ой, я сейчас очень много строгаюсь, потому что мы любим наших, вот, кто за нами ухаживает. Ну, то, конечно, здесь народ разный. И все равно, вот, сколько я прожила, я уже знаю, некоторых уже подружились и уже стали как родные. Условия в центре «Забота» как на курорте. А после ремонта они стали еще лучше. Просторные чистые комнаты, современный медицинский блок и новое оборудование. Фитобар с обширной чайной картой, тренажерный зал и комфортные палаты для маломобильных граждан. Особое внимание в геронтологическом центре уделяют творчеству. Здесь можно рисовать, заниматься музыкой, вязать, вышивать, играть в развивающие настольные игры. Помогают адаптироваться и занятия у психолога. Ведем работу по тренировке когнитивных функций, развиваем воображение, память, мышление, проводим групповые занятия, также проводим профилактическую работу, развиваем коммуникативные способности. Вот наша вот такая цель, чтобы все жили и ощущали себя счастливыми людьми, нужными людьми, людьми, которых любят, которые нужны, о которых заботятся. На открытие отделения приехала Анна Тверскова, министр социального развития. Она оценила качество ремонта и посадила вишневое дерево, символ здоровья и долголетия. Геронтологический центр в городе Ульяновске – это у нас практически единственное такое большое крупное учреждение, которое оказывает стационарные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам. И действительно, в последнее время на федеральном уровне очень активно проводится работа по приведению вот таких вот учреждений к комфортным и безопасным условиям проживания. Центр «Забота» рассчитан на 410 мест. 320 из них занимают люди, которые требуют постоянного ухода. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.